Орловчанин, герой России Александр Мисуркин накануне на базе НТЦ биомедицинской фотоники рассказал о подготовке в космонавты, про полеты и виды экспериментов, проводящихся на МКС. Локация была выбрана неспроста, ведь именно НТЦ являлся сопостановщиком научного эксперимента «ЛАЗМА», что проходил на борту Международной космической станции. Александр Мисуркин поделился с присутствующими своими мыслями о дальнейшем будущем российской космонавтики и кто такой космонавт 21 века. Фундаментальные подходы к отбору профессиональных космонавтов, они принципиально не изменились. Нужна широкая подготовка интеллектуальная, базовая. Нужна в последующем уже специализация на уровне университетов в областях либо летного образования, либо инженерного, либо научного, связанных с космосом. Пожалуй, это главное. Ну а с точки зрения то, что называется гибких навыков, то самое важное – это умение работать в команде, это стремление получать новые знания.